Сдав все экзамены, она к себе в субботу пригласила друга. Был вечер, и закупорена туго была бутылка красного вина. А воскресенье началось с дождя. И гость, на цыпочках прокравшись меж скрипучих стульев, снял свою одежду с непрочно в стену вбитого гвоздя. Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час еще спала. Она лежала в ванне, ощущая всей кожей облупившееся дно и пустота. Благоухая мылом, ползла в нее через еще одно отверстие, знакомящее с миром. Дверь, тихо притворившая рука, была, он вздрогнул, выпачкана. Пряча ее в карман, он услыхал, как сдача свина плеснула в недрах пиджака. Проспект был пуст. Из водосточных труб лилась вода, сметавшая окурки. Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки, и почему-то вдруг с набрякших губ сорвалось слово. Боже упаси от всякого его запечатления. И если б тут не подошло такси, остолбенел бы он от изумления. Он раздевался в комнате своей, не глядя на припахивавший потом ключ, подходящий к множеству дверей, ошеломленный первым оборотом.